100 миль к юго-западу от Бермудских островов. Paramount Pictures представляет производство Zinger White Entertainment. Исчезновение в Бермудском треугольнике. Чикаго. Я беременна. Нет. Нет, забудь про немецкую марку. У меня есть идея получше. Гарри, я знаю, что сейчас 6:30, но если тебе нужна эта сделка, начинай задвигать Кэмерон Беннет. Нет, наоборот. Что значит, тебе надо отвезти детей в школу? Бизнес есть бизнес. Дети могут подождать. Не знаю, посади их в автобус. Если будешь медлить, деньги уплывут. Эй! А для чего же друзья? Я беременна. Гарри, я перезвоню. Я думаю, синий да. Синий подойдет. Голубые стены. Сегодня же закажу краску. О, боже. Я тороплю события. Я знаю, знаю. Все будет хорошо. Неважно, мальчик или девочка, но я знаю, это будет мальчик. Я в этом уверена. Мэри. Дорогой, я считаю, мы должны переехать на юг. Туда, где теплее. Ему там понравится. В Чикаго слишком холодно. А за ребенком нужен уход. Что я делаю? Все будет хорошо. Извините за задержку. Боюсь, результаты оказались не очень хорошие. Я не могу ничем вас порадовать. Раковые клетки отреагировали не так, как мы надеялись. У вас есть лечение? Брайан, видите, как растет эмбрион? Эти черные точки не что иное, как лимфоцитовые узлы и наросты. Что с ребенком?
В данном состоянии единственный выход — использовать более агрессивные методы. Я говорю о химиотерапии. Иначе нельзя. Это как гром среди ясного неба. Вы думали о том, чтобы избавиться от ребенка? Нет. Да. Думали. У нас есть выбор. Если вы откажетесь от химиотерапии, ребенок выживет, а вы нет. Мэри, химиотерапия спасет вас, но вы потеряете ребенка и, возможно, способность рожать вообще. Вы уверены? К сожалению, да. Хорошо, нам надо все обдумать, решить. Скажите, док, когда вам нужен наш ответ? Учитывая состояние Мэри, как можно скорее. Например, в пятницу. Мэри, мы справимся. Я знаю. Через 4 дня. Нам нужны несколько дней, чтобы обдумать решение. Может быть, съездим куда-нибудь, отдохнем. Бермуды. Доброе утро, сэр. Держите. Спасибо. Идем. У меня для тебя есть сюрприз. Правда? Прямо сейчас? Прямо сейчас. Это не может подождать. Горячо, горячо. Хорошо. Готово? Что скажешь? Мы будем одни? Да, до завтрашнего дня. Нам надо побыть вместе. Представь, что это огромный пароход, и кроме нас на нем никого нет. Слава Богу, явились. А то я собрался уходить. Спасибо. Погода на ближайшие 2 дня обещает хорошую. Все инструкции по пользованию радиопередатчиком и яхты лежат там. Я отметил места, где вы можете остановиться. В баках полно пресной воды. Продукты все куплены. Я нарисовал вам... маршрут. И прошу вас от него не отдаляться. Иначе я никогда не найду свой корабль. Вы не посоветуете, где нам провести ночь? Большинство любит останавливаться здесь. Здесь безопасно. Мы не как большинство, ясно. Очень красиво, спасибо. Ваш муж сказал, что у вас вроде 2-го медового месяца. Я купил вам гортензии. Ладно. Отвязывай. Он правильно сделал. Готово.
Вперед. Как тихо. Да. И спокойно. Не хочешь еще вина? Нет. Давай. Нет, нет. Ладно. Прости, я все испортила. Нет. Ты ничего не испортила. Я люблю тебя. Это ты сейчас так говоришь. Я принесу тебе свитер, а то как-то зябко. Спасибо. Сейчас вернусь. Может, чаю? Давай. Я буду на носу. Будь осторожна. Хорошо. Сейчас починю. Так, что у нас здесь? Мэри. Брайан. 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 What?
Я не знаю, что произошло. Я был внизу. Шторм возник ниоткуда. Сначала было спокойно. И вдруг, вы сказали, был полный штиль. Шторм был, но не обычный шторм. Он был не вокруг яхты. Вокруг яхты все было спокойно. Шквальная волна? Шел дождь? Нет. Вы видели, как исчезла ваша жена? Нет, я был внизу. Когда начался дождь? Да, мы закончили ужин. Слушайте, мы зря теряем время. Она там, мы должны спасти ее. Никакого дождя не было. Вы раньше бывали в море? Нет, все было спокойно. Почему вы задаете одни и те же вопросы? За последние 48 часов мы не получили от синоптиков ни одной плохой сводки. Ваши синоптики ошибаются. Мы используем спутник. А остров? Когда начался шторм, я видел остров. Я не смог его найти после того, как все стихло. Проверьте. Наверное, у вас сломался передатчик. Никакого острова там нет. Есть. Я сам его видел. Там ничего нет. Я видел его своими глазами. Это было невероятно. Если вы поищете, вы его найдете. Сэр, наш спасательный корабль был неподалеку. Они ничего не видели. Возможно, шторм сбил нас с курса. Мы следили за вами через спутник. Все равно, мистер Фостер, вы потеряли жену. Вы устали. Вы не спали всю ночь. Вам надо отдохнуть. Я не терял ее. Она жива. Спасение и поиск. И вы называете себя профессионалами? Отойди, я закрываюсь. Хочешь вернуться обратно? Да. Я заплачу, сколько скажете. Все яхты заняты. Пожалуйста. Я не могу ждать, пока береговая охрана найдет ее. Все яхты заняты. Где, говоришь, был остров? Здесь. Там ничего нет. Я сам видел. Ты сумасшедший. Я не сумасшедший. Можете мне не верить. Только скажите, где я могу найти корабль? Майкл. Это мистер Фостер? Кто вы? Бермудская полиция. Инспектор Стоукс, мистер Фостер. Мои сожаления по поводу вашей жены. Вы нашли ее? Боюсь, что нет. Мне нужны подробности. Она просто исчезла. Я дал все координаты береговой охраны. Да, я хотел бы поговорить с вами об этом. Вы утверждаете, что ее смыло внезапным штормом. Но по всем сводкам погода в вашем районе была спокойная. Я проверял. Шторм был. Я его видел. Никто мне не верит. У вас были проблемы, мистер Фостер? Допустим, в браке? Проблемы? Дома? Я люблю свою жену. На работе? Нет. Мне не нравятся ваши вопросы. У меня пропала жена, и никто не хочет мне помочь. Береговая охрана послала туда самолеты. Короче, если вы не хотите мне помочь, мне нечего вам сказать. Мистер Фостер, не покидайте Бермуды, не проинформировав меня о своих планах. Всего хорошего. Спасибо за помощь. Поверь, будет только хуже. Откуда вы знаете? Я много чего знаю. У меня есть яхта на завтра. Встречаемся в доках на заре. Хорошо, до завтра. Иди сюда. Привет.
Я готов. Уверен? О чем вы? Ты действительно хочешь знать? Да. Без сомнения. Мистер Фостер, это констебль Уинтерс. У вас есть новости о моей жене? Мы хотели у вас спросить. Ребята, я устал. Мы можем поговорить у меня в кабинете. Простите. Иногда, мистер Фостер, осколки не сходятся. Я связался с Чикаго. Вы очень занятой человек. Ездите по всему миру, работаете по 14 часов в день. Работа для вас все. И вдруг, ни с того ни с сего, отправляетесь в отпуск. Особенно учитывая то, что ваша жена больна. В чем дело? Я расследую дело об исчезновении человека. В первую очередь всегда подозревают супругов. Мне нужен адвокат? А вы как считаете? Нет? Тогда возникает вопрос страховки. Ваша жена была застрахована? Вы издеваетесь? Конечно, была. Это обычная практика. На 1 000 000 долларов. Неплохая пенсия, Уинтерс. Да. Что скажете, мистер Фостер? Я не убивал жену. Это безумие. Возможно, вы не хотели. Возможно, это был несчастный случай. Или что-то другое. Нет. Нет! Все это ложь, Фостер. Остров, плохая погода, шторм. Мне продолжать? Мэри жива. Надеюсь, мистер Фостер. Надеюсь, что вы правы. Готов? Да. Я знаю, это где-то здесь. Давай севернее. Да. Хорошо. Ее нашли в нескольких милях от берега. Мы подозреваем убийство. Нет. Там ничего нет. Мы проверили каждый квадрат. Ни один человек не смог бы выжить за столь долгое время. Мне очень жаль, мистер Фостер.
Вы всегда пристаете к странным мужчинам в барах? Вообще-то я пришла сюда к своему другу Эдди. Я выходила в море и только сегодня вернулась. Вы что, психоаналитик в бегах? Вы не поверите, если я расскажу. Вы откровенны. За потерянные возможности и настоящую любовь. Ладно, вы достаточно выпили. У вас есть ключ? Я в полном порядке. Я отведу вас в номер. Нет, я не могу. Я люблю свою жену. Не льстите себе, вы пьяны. А я добрая самаритянка. Пока, Эдди, я провожу его. До номера. Пока. Пока, Эдди. Спокойной ночи. Постойте. Вот так. Спокойной ночи. Да. Минуту, кто там? Тебя не было в доках? Мы никуда не едем. Значит, ты возвращаешься? Нет. Почему? Я должен ее найти. Береговая охрана знает свое дело. Ты зря теряешь время. Это моя жена. Тебе тяжело смириться. Если спросишь меня, я бы давно отправился домой. Я тебя не спрашиваю. Ты хочешь вернуться? Тебе известен ответ. Я знаю человека, который может тебе помочь. Это Чарли? Чарли, это Брайан. Брайан, это Чарли. Мы знакомы. Только не были представлены. Я Чарли Симпсон. Не хотите чаю? Я только что поставила чайник. Майкл, как дела? Я весной была с экспедицией на Академике Келдыша, а потом в деревянной дыре. Тесла. Тесла. Его поймали. Майк рассказал мне о твоем острове. Я не гарантирую, что смогу найти его, но я знаю, как искать. Мне нужна помощь. В чем? Чтобы найти ее живой. Я исследую скрытые электромагнитные феномены, которые имеют отношение к магнитному поясу Земли. Особенно в районе 500 миль от треугольника. Это самое магнитоактивное место на планете. Я думаю, то, что ты видел, это проход. Куда? На остров. Ты веришь, что он существует?
Когда Рейс 19 исчез с радаров форта Лодердейл в декабре 1945 года, последнее, что зафиксировал радиопередатчик, были слова пилота о сломанном компасе и странной погоде. Это общее, что объединяет ваши случаи. Кроме того, пилот сообщил, что видит остров, хотя ближайший остров был от него на расстоянии 100 миль. Возможно, этот пилот увидел тот же самый остров перед тем, как исчезнуть. Хорошо. Как мы найдем остров? И мою жену. В теории, да. Это еще не закончено. Но, в принципе, все, что нужно, здесь есть. Ты хочешь найти мою жену при помощи этого? Ты думал, я просто нажму на кнопку? Ты думал, я могу помочь тебе, но когда увидел все это, понял, что Чарли решила тебя надуть, да? Можешь отправляться к чертям подальше. Темперамент. Если можешь, то почему до сих пор этого не сделала? Деньги. Разве он не сказал? Нет. Чтобы создать свой собственный шторм, я должна сгенерировать очень мощное магнитное поле. У меня практически все готово, но мне нужен один компонент, который можно найти только в Штатах. Сколько? $150,000. Много, да? Но я уверена в своих силах. Дело не в деньгах. Чарли, у меня мало времени, чтобы снова блуждать в потемках. Значит, вот что ты думаешь? Нет, просто говорю. Шансы того, что мы ее найдем, высоки. Но, как говорит Майк, у тебя нет другого выхода. Я должен найти Мэри. Я верю, что она жива. Но если это очередная пустая болтовня, я не хочу... Послушай, ты видел остров, которого не существует, и тебе никто не верит. Я тебе верю. Я 10 лет ждала такого человека, как ты. Того, кто заглянул бы по ту сторону. Так тебе нужна твоя жена? Или ты предпочитаешь вернуться пить в бар? Сколько времени уйдет на подготовку экспедиции? Ребят, помогите нам. Освободите место. Мне нужно поднять эту штуку как можно скорее. Марджи, мне это нужно очень быстро. Продай акции. Послушай, это всего лишь деньги. Это Брайан Фостер, ты не ошиблась. Почтовым переводом. У нас мало времени. Мне нужна ваша помощь. Давайте, ребята, пошли со мной. Ну как? Работает, Брайан. Тише, тише, спокойнее. Я держу, держу. Слак.
Осторожней, осторожней. Она может упасть. Спокойно. Тащите ящики сюда. Давайте. Оставьте там. Спасибо. Остальное отнесите вниз. Спасибо. Не путайте черные провода. Бермудский треугольник. Правда, красавица? На красоту нет времени. Она хоть на ходу? Не беспокойся. Подожди, пока выйдем в открытое море. Если сможем. Куда ты? Забрать вещи. Уже рассвело. У меня есть все, что нужно. Поехали. Уверен? Рассвело же. Мы едем или нет? Вперед. Я прочла книгу о Николае Тесле, которая изменила всю мою жизнь. Тесла был ученым. Он верил, что можно посылать энергию сквозь земную кору при помощи низких частот. Он вычислил резонанс Земли, ошибся только на 30 Гц. Он написал много статей, но научное сообщество смеялось над ним. Ему перекрыли финансирование. Он не мог доказать свою правоту. Исследования Теслы до последнего года находились под грифом «секретным». Многие этого не знают, но он был убит по заказу больших корпораций. Правда? Да. Он изобрел двигатель без бензина. Они не хотели дать его людям. Этого они тоже не хотят. Значит, тебя кто-то тоже убьет? Прибыли.
Если угловая инерция колец не синхронизируется, вся конструкция развалится. Смотри, что я делаю на случай, если понадобится твоя помощь. Ускорение начинается. Когда появится шторм, устройство выработает заряд ионов, который откроет проход. А если не откроет? Посмотрим. Прекрати! Проклятие, Чарли! Выруби эту штуку! Нет, мы почти у цели. Нет. Сайкс, не лезь. Еще чуть-чуть. Все получится. Пусть делает свое дело. Что-то не так. Это мой корабль. Синхронизации не получилось. Не хватило времени. Как еда? Неплохо. Слава богу, не разгорелся пожар. А то я перепугался. Надо будет еще попробовать. Кто это? Моя жена Дженни. Красивые. Это мы на Багамах в 69-м. Мы вложили все наши деньги в прокат яхт. Славные были времена. У вас такой счастливый вид. Я переехал на Бермуду через год, посреди сезона. Она умерла в апреле. Как она умерла? Мы с ней охотились за сокровищами. Тогда еще были места хороших кораблекрушений. Она оставалась на палубе и следила за компрессором. Однажды я нырнул на глубину 70 футов. И вдруг почувствовал, как лямка задергалась. Чуть было не оторвала мне руку. Я посмотрел наверх и ничего не увидел. Океан был черным. Штормило. Я думаю, это был смерч. Я подумал, что должен подняться к ней, но замерз. Этот смерч был ликом Господа. Люди говорят, что треугольник забрал ее к себе. Ты думаешь, это был смерч? Смерч. Шторм. Но наверняка ты не знаешь. Нет.
Я знаю, что Господь забрал ее к себе, и ни о чем не беспокоюсь. Я не остановлюсь, пока не узнаю точно. Ты пытаешься влезть на небеса с открывалкой. Я это уважаю. Я так не смог. Он хороший парень. Это трудно заметить. Да. Но у него есть причины. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Представляешь, каково носить эту ношу и не знать, сделал ли ты все, что мог? Нет. А вдруг он прав? А вдруг там ничего нет? Никакого прохода, ничего. Тогда ты вернешься в Чикаго. Я всегда делал то, что должен был делать. У меня есть жена. Я мог завести детей, но у меня не было времени. Я мог многое сделать. Должен был, но не сделал. Я не хочу провести остаток жизни как Сайкс, так и не узнав, что случилось с любимым человеком. Это не от тебя зависит. Да. Я постоянно задаюсь этим вопросом. Не пытаюсь ли я отрицать очевидное, что ее не вернешь? Мне кажется, то, что ты делаешь из любви. Слушай, тогда в баре... Ничего не было. Спасибо. Эй, wake up. Вставай. Эй, wake up. Вставай. Wake up. Вставай. You're gonna wanna Ты должен это увидеть. Это оно. Получилось.
Господи. Тесла был прав. Это перемещение во времени. Этого не может быть. Это правда. Удивительно. Все цело. Господи, какая красота. Нужно сфотографировать. Виски Янки Альфа, это 5701, прием. Вы слышите меня? Я так и знала. Магнитный резонанс – ключ к разгадке. Я доказала, что магнитный феномен существует. Представляю, как вытянутся у них лица в университете. Говорит Тесла, прием, вы слышите меня? Где мы? Не знаю. Компас разбит, радиопередатчик не работает. Мы там, где и были, только не там. Эйнштейн предсказывал перемещение через измерения, включая время. Может быть, мы остались на месте, но только в другом времени. Что ты болтаешь? Сайкс, мы в треугольнике? Нет. Тогда как ты объяснишь остров? Мы сбились с курса. Фостер! Фостер! Сайкс! Там что-то впереди. Здесь легко заблудиться. Надо подождать Сайкса. Ее нигде не видно? Нет. Я видела подобные статуи из вулканического камня на острове Пасхи и на некоторых островах архипелага Тонгапуту в Тихом океане. Вы понимаете, что это значит? Да. Мы потеряны, так же, как и они. Это объясняет, что примитивные культуры могли распространяться на далекие расстояния задолго до того, как у них появились каноэ и другие средства передвижения. Возможно, они использовали треугольник как проход через пространство. Вдруг они знали, как им пользоваться. Смотрите. Лодка! Мы ее чуть не потеряли. Что вы почувствовали? Я не знаю, что это было, но мне это не нравится. Вы идите к лодке, я пойду искать Мэри. Нехорошая мысль. Я за этим приехал. Oh,
случилось? Ничего. Ничего. Мы должны найти его. Нет. Мы должны подчинить яхту. Мне хотелось бы посмотреть остров. Мы возвращаемся на яхту. Это может подождать? Не может. Мы сюда на ней прибыли. На ней вернемся обратно. Ты в порядке? А ты что хотела? Вдруг откуда ни возьмись, берется остров там, где его никогда не было. Этот тип бросается на поиски жены, как будто он здесь кого-то найдет. Все это не имеет смысла. Ничего подобного я раньше не видел. А ты видела? Нет, не видела. Именно поэтому это захватывающе, Майкл. Ты понимаешь, что мы обнаружили? Если он не вернется до темноты, мы отправимся его искать. Это если темнота наступит. Не уходи. Ты должна починить свою махину, чтобы мы смогли вернуться. Черт возьми. Мэри! Мэри! Эй! Wait! Постой! Wait. Постой. Hold on. Остановись. Hold on. Стой. Okay. Я тебя не трону. Who are you? Кто ты? Ты говоришь по-английски? Ты хочешь, чтобы я на ней сыграл? Okay. Хорошо. Okay. Хорошо. Like this? Так? Here. Держи. Wait, hey. Постой!
В треугольнике есть магазин электроники? Не думаю, Чарли. Мы просто потерялись. Сбились с курса и попали черт знает куда. Оглянись вокруг. Какие цвета? Это просто такое освещение, Чарли. Ладно, парень. Где ты? Ты жива. Я искал тебя повсюду. Невероятно. Я не верил, что такое возможно, Мэри. Брайан. Мэри, я хочу, чтобы ты все рассказала, но нам надо идти. У нас есть корабль. Я, Сайкс, Чарли. Пошли. Со мной все хорошо. Мэри. Брайан, твой сын. Что? Мэри. Этого не может быть. Это он. Это невозможно. Здесь многое возможно. Да, но... Я не совсем понимаю, но я выносила его, и это наш сын. Но он такой большой. У него хороший аппетит. Он говорит? Нет. Но понимает, что я говорю. Он большой мальчик и скоро научится. Выходит, он... Наш. Да, наш. Его зовут Джошуа. Мэри, я не могу... Я не могу в это поверить. Это... Не могу. Ты поймешь. Ты почувствовала? Да. Надо уходить отсюда. Не сейчас. Потом. Чарли? Я теряю рассудок. Эй, решил со мной согласиться? Что? Ты в порядке? Нет, ничего. Ладно. Почему он такой взрослый? Ты должен довериться мне, Брайан. Скоро ты все поймешь.
Скажи, что же произошло той ночью? Не знаю. Я помню, как вдруг прекратился шум. Я почувствовала спокойствие. Странно, да? Ты такая... красивая? Да. Но как? Это место одухотворило меня. Как тебе удалось все пережить? Я знала, что ты придешь. Мне бы твою уверенность. Я люблю тебя, Мэри. Я знаю. Я не узнаю тебя. Ты стала другой. Сильной. Да. У тебя здоровый вид. Это правда. Он не вернулся. У меня еще много работы. А ты закончила? Еще часа два или три. Вообще-то это может занять еще пару дней. У меня нет нужных деталей. Тогда какой смысл его искать? Господи! Я ждала этого момента всю свою жизнь. Оглянись вокруг. Мне надо на берег. Нет. Я не хочу потерять вас обоих. Ты идешь со мной? Нет. Не сейчас. Тогда я пойду одна. Кто-то же должен за вами приглядывать. А как же рак? У нас с Джошуа все в порядке. Болезнь никак не повлияла на его рождение. Сын. Невероятно. Ты серьезно? Брайан, которого я знаю, не был готов к тому, чтобы иметь детей. Возможно, сейчас я готов. Не представляешь, как я рада это слышать. Иди поиграй со своим сыном. Давай. Посмотри на него, он такой... Взрослый? Да. Ну, давай. Брайан... Я нашел ее. И нашего сына. Вы их видите? Да. Отлично, а то я подумал, что схожу с ума. Если бы мне это сказали, я бы ни за что не поверила. У меня мальчик. Сын. Но как? Здесь время течет по-другому. Быстрее обычного, но не так. Прошло всего несколько дней, недели. Это невероятно. Вы понимаете, что это значит? Это значит, Эйнштейн был прав. Четвертое измерение существует, а треугольник — это проход между... Чарли. Это не имеет значения. Джошуа. Все в порядке. Она друг. Красавец. Поверить не могу. Я тоже. В чем дело?
Это часто бывает. Время от времени. Здорово. А если ты находишься на острове, и он вдруг исчезает? Тебе все равно. Это место существует только ради тебя. Ты нашел то, что искал, Брайан. Пошли отсюда. Пошли, Джошуа, Мэри. По берегу мы дойдем? Да. Сайкс, пошли. Майкл. Я здесь, Майкл. Я здесь. Я здесь, Майкл. Майкл. Я здесь. Это невозможно. Дженни? Конечно, возможно. Но как? Разве ты не понял? Ты знал, что я буду ждать. Мы дали слово. Помнишь? Я настоящая. Здесь мы навсегда можем быть вместе. Дженни. Посмотри на меня. Посмотри. Ты ни в чем не виноват. Это был шторм. Ты не мог его предотвратить. Никто не мог. Я искал тебя, Дженни. Где только мог. Я искал тебя. Я знаю. Знаю. Я знаю. Давай, Джошуа, садись в лодку. Давай, нам пора. Где Сайкс? Сайкс! Он был рядом. Кто будет управлять яхтой? Ты, Брайан. У тебя получится. Наш сын должен расти в любви. Мэри, садись в лодку. Я не могу. Я так привыкла к этому острову, что не смогу его покинуть. Мэри, садись. Дело не в тебе и не во мне, в нашем сыне. Он должен попасть в настоящий мир. Он столького был лишен. Помнишь, я говорила, что однажды тебе придется покинуть меня? Это время пришло, сынок. Мэри. Неужели ты ничего не понял? Я ждала того момента, когда вы сможете быть вместе. Нет. Тогда мы все остаемся здесь. Это невозможно. Ты здесь чужой. Где ты был? Я нашел Дженни. Я остаюсь с ней. Сайкс. Сайкс. Я оставил кое-что для тебя в рубке. Мне нужна твоя помощь. Яхта... Ты справишься без меня. Ты попал сюда не благодаря машине. Ему нужен отец. У нас получился замечательный парень. Нет. Я люблю тебя. Уходи. Нет. Иди.
Вперед! Давай. Заводи, Чарли. Завожу. Одну минуту. Быстрее, Чарли, быстрее. Ну давай же. Давай. Как сейчас не хватает Сайкса. Держись, Джошуа, держись. Вот так. Медленнее. Не могу. Нас разорвет на части. У жителей Пасхи как-то получалось. Вы в порядке? Ты в порядке, Джошуа? Компас работает. Мы умудрились прорваться без него. Но как? Это невозможно. Мне тоже будет ее не хватать. Но мы будем помнить. Договор о передаче собственности. Сайкс, Сайкс. Похоже, нас встречают.
enough. Мы перестали искать вас 2 недели назад. Вы брали с собой мальчика? Это мой сын. Держи. Согласитесь, все это невероятно. Мы все изучим. Это займет какое-то время. Мы никуда не торопимся. Джошуа, иди сюда. Давай. Вот так. Все нормально. Не бойся, все будет хорошо. Я знаю мужчин. Еще один инспектор. Доказательство. Дело об исчезновении. Сайкс, Фостер.